Итак, друзья мои, так, Настюша, промчалась. Хочу похвастаться. Посмотрите. Да, Настюша уже опередила. Посмотрите на этого огромного медведя, которого мне сегодня, на 8 марта, подарили мои любимые девочки. Так, но кто автор этого медведя? Кто его связал? Вот кто, Маришка. Маришка связала вот такого красивого, шикарного медведя. Это мой Сереженька. Ой, ты моя умничка. Да. Я сама собой начала гордиться. Я не ожидала, что так получится. Вот, Маришка даже сама собой загордилась. Слушайте, а я беру, вижу, что вязаный, ну думаю, неужели Мариша? Она говорит, сама связала. Я говорю, да ты что? Всё сама, авторская работа полная. Я свидетель. Настюша свидетель. Боже, какая молодец. Вообще. Молодчинка вообще. Просто умничка, просто умничка. Все, умничка. Ой, умничка, умничка. Сейчас будем за стол садиться. Настюша уже клюет. Пролетала мимо и поклевала.